Всем привет и добро пожаловать на мой канал. И с вами Татьяна Жильцова. Предлагаю сегодня порисовать. А рисовать мы с вами будем вензеля. Рисуем мы гель-краска от Nail Republic. Она без липкого слоя. И кисточку у меня 3.0 Runail. Ссылочку в инфобоксе оставлю. Так, я подготовила типсы. Уже выкрасила, сделала фольгу и перекрыла все матовым топом. А сейчас самое главное, что в вензелях и без чего вензеля не получается, это подготовить кисточку. Набираем гель-краску и как бы вкручиваем, прокручиваем каждый волосок, заполняем именно гель-краской. А только потом небольшую капельку берем и уже можем ее переносить на типсу. Сейчас в данный момент у меня усложняется, потому что мы рисовать будем по матовому топу. И когда мы рисуем по матовому топу, есть такая, что она быстро начинает впитываться и растекаться. Вот если меня смотрят мастера, то они могут понять, что для того, чтобы оно было красиво, также красочка у нас ложилась и не растекалась, то делаем по 5 секунд промежуточные просушки. Так она не будет у нас растекаться. А вообще, если честно, вот до этого видео я не садилась за вензеля, наверное, года 2. И даже самой стыдно. Но когда я начала рисовать, вы не поверите, меня было не остановить. Мне просто мне просто хотелось еще. Возможно, говорят, руки помнят. Поэтому, девчонки, старайтесь все-таки каждую технику, то, что вы прошли, какие-то курсы, которые вы закончили по художественной росписи или еще что-то, старайтесь все-таки проходить со временами рисовать, потому что рука все равно может забыть. А вензелях самое главное — это мазок. Ставим каплю, протягиваем, поднимаем кисточку. Ничего сложного. Самое главное — это тренировка. И со временем рука будет поставлена. Девчонки, а вы любите рисовать вензеля? Давайте порисуем вместе, а вы мне потом пришлете свои работы в директ в инстаграме, и я их обязательно покажу у себя на страничке. Пишите в комментариях, ссылочка есть на инстаграм внизу. Мне будет очень приятно. Как вам результат? 2 года не держать кисточку и не рисовать вензеля. А я надеюсь, это видео было вам полезно. Не забываем подписываться и ставить лайки. А я вам желаю всего хорошего и до новых встреч. Пока-пока.